Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, вы на канале Фокуса от Моряка. И в сегодняшнем видосике мы с вами будем делать очередной выпуск из разряда «Как всегда выигрывать». И сегодня мне будет помогать наш бессменный оператор. Оператор, привет! Привет-привет! Сегодня наши задания будут только лишь со спичками. Ты любишь головоломки со спичками? Фокусы со спичками. Я люблю смотреть, как кто-то разгадывает головоломки, тихо посмеиваясь, а сама не люблю. Понятненько. Тогда смеются надо мной. Я понял. Ну что ж, сегодня я подготовил 7 заданий со спичками. То есть, друзья, для того, чтобы выполнять эти задания, для того, чтобы побыть в центре внимания, вам даже колода карт не нужна. Просто обычный спичный коробок. Итак, коробочек мы пока что уберем, и для первого задания нам потребуется всего 3 спички. Итак, уважаемый оператор, вот тебе 3 спички, и задание звучит так. Как из 3 спичек, не ломая их, сделать 6? 6 спичек? Можно из коробка еще 3 достать? Нет, из коробка 3 достать нельзя, надо просто подумать. Как из 3 спичек, не ломая их, сделать 6? Три спички, да? Они там у тебя не волшебные. Может, ты как ты любишь, там абракадабра и шуханя. Правильно, правильно. Отгадка проста. Надо наколдовать, чтобы еще 3 появилось, и тогда будет 6. Да уж. Ну я-то не волшебник. 3 спички из них можно сделать. 6 спичек. Из них можно сделать 6. Из 3 спичек можно... А еще раз, скажи задачу. Как из 3 спичек, не ломая их, сделать 6? Сделать 6. И это правильный ответ! Поздравляю тебя! Слушай, молодец, тут видишь, мыслила нелинейно и сделала из 3 спичек 6, да? В задании не было сказано сделать 6 спичек. Ну что ж, переходим с тобой к следующему заданию. Друзья, прежде чем перейдем к следующему заданию, хочу сказать, что у меня существует свой интернет-магазин, где вы можете купить классные игральные карты, а также наборы для покера, сукно и различные товары для покера сопутствующие. Кроме того, мой магазин присутствует также на Яндекс.Маркете и на Озоне. Все ссылочки также будут в описании. Кроме того, в описании вы найдете ссылки на мой Рутуб, Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь на случай бана Ютуба. Ну, а мы продолжим. Итак, уважаемый оператор, ты готова? Всегда готова. Готова, да? Вот, ну, видишь, тебе в первый раз ты догадалась, может быть, на деньжата? Давай, на интерес. Просто? Это давненько мозги не разминали. Хорошо, ладно, тогда без денег. Итак, смотри, следующее задание. Перед тобой фигура. Как ты видишь, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квадратов. Ну, условно, да, я немножко кривовато выложил, но, в общем-то, это квадраты. Итак, задание. Переложи 7 спичек так, чтобы получилось 4 квадрата. 4 квадрата, да? Да. Квадрата. Да. 4 квадрата. Так. Две спички, да? Две. Три. Так, сколько у нас квадратов? Сейчас здесь у нас 6 квадратов. 6 квадратов. Ты правильно поняла. Речь не была о 4 равных. Да. Именно речь о 4 квадратах. Я уже после первого задания поняла, что нужно внимательно слушать. Да. Так, 6. И мне нужно оставить... Так, я 3 переложила, еще 4 я могу переложить. Так, еще 4 могу переложить. У меня 4, 5. Нет, у меня 7 так и осталось. Как было 7, так и осталось квадрат. Осталось. Просто один стал больше. Так, можно я вернусь на место? Конечно, конечно. Так. Может быть, все-таки на деньги? Ага. Опять хочешь обобрать меня? Ну уж нет. Ну уж нет, уж. Так, ну ус. Так. 7 спичек. Да. Приложить.
так, чтобы вы... Уважаемые зрители, вы думаете вместе с оператором. Если что, пишите комментарии, подсказывайте ей. Помощь зал, звонок. Другу. Одна, две. Сдаешься? Ну да, время у нас ограничено. Я не могу думать весь день. Ну да, весь день, конечно же, думать не стоит. Смотри, на самом деле все довольно-таки просто. Мы берем раз, два, три, четыре спички. Берем пять. Перекладываем 6, 7. Да, а вот эти спички мы кладем вот так. Получается 1, 2, 3, 4 квадрата. Вот такое вот задание. Итак, мы продолжаем. Следующая задачка похожа на предыдущую, но она немножечко попроще. Итак, задание звучит так. Надо было с этого начинать попроще. Итак, значит, задание звучит так. Переложите две спички так, чтобы образовалось 5 равных квадратов. 5 равных квадратов. Да, и переложить надо всего лишь две спички. Две спички. Угу. Ну, это задание я догадалась, как его решать. Кстати, мне помогло предыдущее задание. Похоже. Совершенно верно. Раз, два, три, четыре, пять равных квадратов. Ты не зря то задание первым поставил. Ну что, готовы дальше? Давай. Отлично. Итак, мы продолжаем, и это четвертое задание. Дорогой оператор, смотри, перед тобой снова фигура, похожая на предыдущую. Задание. Переложить две спички так, чтобы получилось 7 равных квадратов. 7. Их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А надо сделать 7. Такое ощущение, что я на олимпиаде по математике. Ты же говорил, у тебя брали. Но это не значит, что я на олимпиаде что-то решала. Понятно. Короче, да. Ты там ворон считала. Так, 7 равных... Так, ладно, все, не отвлекай меня. 7 равных квадратов. И переложить только 2 спички. 2 спички, чтобы получить 7 равных квадратов. 7. А их здесь сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Угу. Еще и равных. Так. 7, 2 всего спички. Так у нас прямоугольники получаются. Еще и равные квадраты должны быть. Так. Ну, в общем-то, ты сейчас начинала с правильной спички. Хочу, могу тебе подсказать. Я с правильной спички начинала? Да. Можно использовать эту спичку. Так. Правда? Да. Вот и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, видишь, они лежали вот так вот. Можно было сделать, например, вот одну вот отсюда забрать, а одну вот отсюда. Тоже было бы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так что совершенно верно, молодец. Может, все-таки на деньги? Знаю я тебя, сейчас какую-нибудь задачу подкинешь, что я ничего не решу. Итак, мы продолжаем. Готово? Да. Смотри, задание всего лишь с 3 спичками. Я уверен, ты сейчас просто как грецкие орехи расколешь это задание. И оно звучит следующим образом. Как посчитать с помощью 3 спичек от 1 до 10, чтобы на счете 10 взять последнюю из этих спичек? А какая из них последняя? Любая, какая захочешь, может быть последняя. Любая может быть первой, какая захочешь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ее взять в руку? Такое задание? Ну, да, но у тебя еще 2 остается на столе лежать. А, в смысле, мне эти тоже надо взять в руку? Да. 1, 2, 3, ну, смотри, задание звучит как, слушайся. 7, чтобы на счете 8, 10 взять последнюю из этих спичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Ну-ка, еще раз. 1,
Подожди, они все в руке мне должны оказаться? Ну, не обязательно, можно, могут лежать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну да, правильно, видишь. Совершенно верно, то есть мы кладем спички. Надо было на деньги с тобой играть. Я же предлагал. Можно выкладывать по одной вот прямо из руки. То есть 1, 2, 3, потом 4, 5, 6, 7. Ну мы ее не берем, да? 8, 9 забираем и 10 последняя как раз. Вот и все задание. Молодец, справилась. Ну что, готово? Да. Шестое задание. Довольно-таки сложненькое оно, но я думаю, ты справишься. Итак, послушай, как звучит задача. Обрати внимание, одна спичка перевернута вниз головкой. Да. На судне находится 20 человек, в том числе... Твоя любимая пиратская тема, да? Моя любимая пиратская задача, да. На судне находится 20 человек, то есть 20 спичек. И среди них есть злодей со шрамом. Вот именно он и перевернут вниз вот этой вот головкой. Вследствие недостатка продовольствия одного из команды решено выбросить за борт, чтобы... Гуманный способ. Ну да. Бежать проблемы. Не, чтобы сожрать его, да, они выкинуть его решили. Чтобы определить, кого именно, принято решение поставить всех в ряд и каждого седьмого освобождать. Когда же ряд закончится, переходить к его началу, не прерывая счета. Оставшийся последним должен умереть. Злодей, как я сказал, это вот эта перевернутая спичка, может занять любое место в ряду. Ну, я его положил вот на это место. С кого следует начинать счет, чтобы злодей всегда оставался последним и, как следствие, выкидывали именно его? А там несколько злодеев? Нет, кто-то все равно становился злодеем? Ладно. Злодея нужно выбросить за борт. Да. Нет, чтобы сожрать его, да? Не акул решили накормить. Но получается, там несколько злодеев, да? Так, ладно. Ну да. Пока разберемся с одним злодеем. Можно сказать, что эти все тоже злодеи, раз решили выкинуть просто одного беднягу. Так. Его нужно выкинуть. Да. То есть каждого седьмого освобождать. 4, 5, 6, 7. 7. То есть вот его ты освободишь, но он должен остаться. А, то есть, если ты начнешь вот отсюда считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, освобождаем этого. Если с этой начнешь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы его освобождаем и выкидываем? Освобождаем просто. Просто освобождаем. А выкидываем мы самого последнего, кто останется. А, понятно. Так, мы с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этого освободим. С него начнем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этого освободим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Этого мы уже освободили, нет, 3. Вот этого освободили. 4, 5, 6. Так. А я их могу освобождать? Мы потом не разберемся. Так. Этого мы освободили, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этого освободили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этого освободили, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этого освободили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три. 4, 5, 6. Эй, я злодея освободила. Так, значит, не так. Ну, наверное, я сейчас тут долго буду со спичками разбираться. Сдаюсь. Смотри. Сдаюсь. Вообще, как бы, да, все верно. Ты начинал... Надо просто вычислить, как злодей, в какой, в первый раз, каким он должен быть по счету. Для того, чтобы задача сошлась, и он был именно последним, в первый раз он должен быть третьим. Поэтому считаем вот от этой спички. 1, 2, 3. Вот он, злодей третий. 3. 4, 5, 6, 7. Этого освободили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подожди, стой. Так, с третьего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот этого освободили, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Далее, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот этого. Так, сиди на корабле, нечего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, может, не скроется за 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, может, 7. Может, он несет тоже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По-моему, пиратам было очень 1, скучно 2, плавать. 3, 5, 6, просто 7. Взяли и кого-нибудь бы туда бросили сразу за ну вот так это было слишком просто. Вот так и жили, вот видишь, и развлекались. Так. Сделали кого-то спичкой перевернутой за борт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последний остается злодей со шрамом. Ну что, оператор, продолжаем? Давай. Может, на деньжата последнее задание? По пятаку поставим. По пятаку и был бы у меня еще. Если ты мне одолжишь пятак, я его поставлю. Так, ну хорошо, ладно. Следующий тогда, в следующем выпуске тогда на деньжата можно будет. Итак, смотри, перед тобой 9 равных квадратов. Задание очень простое. Необходимо убрать 8 спичек так, чтобы образовалось 4 равных квадрата. 8 спичек? Убрать. Убрать? То есть не перекладывать их и что-то с них достраивать, а просто убрать. Так, чтобы 4 равных квадрата получилось, да? Так. Сейчас попробую вот по аналогии. Должно 4 остаться, да? 4. Они должны быть вместе, не? Просто 4 равных квадрата. 4 равных квадрата. В условии не сказано, что они должны быть вместе. 2, 3, 4. О, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Все правильно. Слушай, это вот совершенно потому, что верно. Задание уже... Который пошел. Видишь, уже мозг, да, по мозг это... уже ищет. Привык. Да. Ну что, понравились задания? Да, в следующий раз еще сделаем подписчикам такие же со спичками. Если подписчикам понравилось, пусть они ставят лайк. Но мы поймем, что мы еще будем. Ну все. Решать. Всем пока и до следующих встреч. Пока-пока.